всем, Берри, с вами Черри, ребята. Сегодня у нас будет распаковка посылок. В общем-то, долго тянуть не буду, я просто надеюсь, что вам понравится. Пэтов. Начнем, я думаю, с этого пэта. В общем-то, я вам так скажу, купила я этого пэта очень спонтанно. Просто решила для разнообразия, почему бы и нет. Он в идеальном состоянии заявлялся, сейчас посмотрим. Вот. То есть это вообще, скажу, была не моя хотелка, но... Как сказать, я его периодически видела, и все же хотелось такого пэта себе в коллекцию. Ну вот и купила все-таки. Как вы думаете, кто это? Ну, вряд ли можно догадаться, потому что я даже фото этого пэта не оставляла, что я хочу, что это моя хотелка. Да, это моя хотелка, как бы, ну не прям хотелка. То есть он мне нравится, этот пэт очень нравится. Сейчас посмотрим, какая она вообще в жизни. В общем-то, ребята, это вот такая вот стоячка. И, блин, боже мой. Давайте ее скорее откроем. По-моему, она оправдала все мои ожидания. Так. Я ее вытащу сначала. Нет, знаете, она реально оправдала мои ожидания. Она такая классная, такая карамельная. Отлично пружинит. Хороший шарнирчик такой у нее. Вот. Шарнирчик хороший у нее. Какого она года? Так, Черри, больше нечего делать, как рассматривать, какого года пэт. Да, но мы упустим этот момент. Смотрите, у нее, мне нравятся в глазках такие ромбики. Вот, идеальный носик. Это имею в виду без этих всяких потертостей. Блин, она такая классная, посмотрите. Вообще офигенская, без магнитика. Но ромбики в глазках тоже ей так подходят, знаете, ну все. Продолжаем распаковку. Кстати, она может выйти позже, то есть не сразу, как я это распаковала, поэтому да. Следующий пэт. В общем, его открываем. Я вам скажу, это была моя хотелка, и я рада, что я его купила, причем по нормальной цене, недорого, как он обычно стоил, там, где-то 1000 или 800, то есть достаточно дорого. Я же его купила за сколько? За 300, что ли? Не помню. Это вот такой вот тебик. Ой, мы положили бантик. Боже мой. В общем, чем он меня так вообще зацепил, я сама не знаю. Но хотелка прицепилась, знаете, сейчас такое часто мне хотелки просто цепляются. И все. Боже мой, какой он классный, вы посмотрите, ребята. У него в глазках сердечки, блин, такой классный. Такой бантик мне положили, кстати, ему очень подходит, блин, такая девочка. Ну, блин, я так рада, что я его купила, блин, он такой классный. Смотрите, вообще хорошее состояние у него, вот такое сердечко на грудке, потом лапочки таких, идеальный носик, блин, он такой прикольный, не могу. Ну, посмотрите, какой он. Блин, мне правда, мне так нравится вообще. Прям такая хотелка, знаете, одна из хотелок тебиков. Я очень такого хотела, как бы искала, но он все задорого продавался. Вот я нашла себе, решила, как сказать, бери, пока дают, как говорится. Потому что потом бы его купили, возможно, бы пришлось бы покупать дороже. Я этого не хотела, поэтому решила, все, покупаю. Вот, с таким красивым бантиком. Блин, он шикарный, конечно. Такой классный. Блин. Это мой второй тебик, кстати, ребята. Так, ребята, и, в общем-то, следующий пэт, это тоже, это прям, как сказать, это моя уже давняя хотелка, я таких собирала пэтов. Вот. И как вы думаете, кто это? То есть я говорила, что я хочу собрать всех таких пэтов, вот, и там... В общем, ладно, смотрите. Блин. Я очень хотела эту кошку вообще. Думаю, я куплю только на этом. Алекс, хотя я там заказывать не люблю. Ну, во-первых, я там долго ждали посылки, да и я боялась, что придет что-то такое себе. Было уже. Поэтому, ну, не у меня видеоотзыв, что такая вот кошечка пришла очень грязненькая. Но, блин. Кстати, вот про вот это я не знала. Ну как? Видимо, я не заметила, да, немножко невнимательно бываю. Вот это видите? Вот эта вот грязька получается, может и убрать можно. И вот эта вот царапка на глазу, видите, прям такая, прям в глаза бросается. Но, ой, бант шикарный. Да, мне пообещали, что будет акс подарок. Это вот такой вот бантик и вот такая вот шапочка. Блин, прям так классно, знаете. Ну не знаю, ей подойдет или нет, мне кажется, ей не подойдет такая. Не, ей такая не подходит.
Вообще, в чем изюминка этого пэта? Это вот эти вот блестяшки на ушках, видите? Это просто так офигенно смотрится, кстати. Ну, их немножко... Ну, я хотела бы, знаешь, по ним прям присыпанным ее блеском. Но, скорее всего, эта кошечка просто уже... Ну, как сказать, Джесси ее потрепала, и блестки, они сыпались потихоньку. Мне так кажется. Ну-ка, если цветанки этот бантик одеть. Сейчас. Да, это ее так зовут. Не, ну, красиво, да? У меня, кстати, еще таких бантиков не было. И причем вот эти прозрачные резинки, вообще, где их брать? У меня таких нет. В общем, очень красиво. Давайте рассмотрим кошечку еще получше. Так вот. И я ее купила очень неожиданно. Настолько. Просто вот увидела, да, в объявлении, поняла, что хочу купить. Но стоила она, я вам скажу, достаточно дорого. То есть тысяча с доставкой. Это много за эту кошку, но так как я ее очень хотела, я решила все же купить, несмотря ни на что. Вот, она очень классная, и, блин, мне она безумно нравится. Только вот эта вот грязь все портит. Блин, это вообще можно убрать? В общем-то, ребята, вот так. Да, вот видите... А это, оказывается, знаете, это нужно что-то вот с этим сделать. Ну, не знаю. Я как-то не заметила. Вроде бы фотки мне скидывали. Да, мне скидывали, как без этого. Просто... Вот с этой стороны она красиво смотрится в кадре. А вот с этой портит, конечно, вид, но... Я не жалею. Я хотела эту кошку, как бы, вот. Особо меня вот это все не настолько напрягает. Хотя, я скажу, вот это немножко страшно. Я вот так попробовала, да, вот это вот отдереть. Оно там... Я вам скажу, не очень все радужно, на самом деле. Ну, да ладно. Что-нибудь придумаю, в общем, да. И это главное, что нос целый. Вот. Все такое. Да, не знаю, почему для меня это так важно. Да ладно. Смотрите, в общем, вот такие у нее блесточки в ушках. И я думаю, вам она напоминает. Вообще, вот этих кошек сидячих у меня их. Три кошечки сидячих. Давайте с вами вспомним этих трех кошечек. Я собрала вроде всю эту коллекцию, но... Просто я видела еще такую белую, но... Мне кажется, это не белая, это было просто процетоненное вот это, что очень похож взгляд. Как вы помните, это Глашка, серого глухая, да. Кстати, очень интересный пэт, на самом деле. Мне нравится ее взгляд, такой наивный, детский. Вот. Она классненькая. Вот, такая вот. Очень красивая, очень миленькая. Вот это вот розовая, это вообще одна из моих первых пэтов. И да, это заказываю эту кошку вместе со свинкой. Это был мой самый первый заказ по почте. Очень люблю розовый цвет, поэтому я ее захотела тогда очень сильно. Розовые пэты, это просто, не знаю, это классно. Вот это вот у меня... Она такая. Это из печенек с предсказаниями. Да, мне всего там два пэта-хотелки были. И вот эта кошка еще такая голубенькая. Ну вот, неважно. Ну вот такая вот. В идеальном состоянии. Тоже я ее очень захотела. В какой-то момент тоже долго не могла выкупить. Все такое. Рада, что она мне есть. Вот. И вот эта вот голубенькая. Ну, голубенькая, она как-то отличается. Единственное, вот это вот. Это не грязь, ребята. Это царапина. То есть, если ее это, как сказать, вот это вот содрать, то будет вообще не очень, я вам скажу. У меня есть одна идея, как это исправить. Вот. Поэтому, ну, все нормально. Так что, ребята, вот такие вот пэты у меня появились сегодня. И мне они очень понравились. Я надеюсь, что вам тоже. На сегодня было все. С вами был Черри Берри. Всем пока.